Приветствую всех. При оформлении приема гражданства у многих возникает вопрос, требуется ли отказ, выход из гражданства Российской Федерации. На текущий момент напомню, что у нас с 2020 года действует поправка, которая не требует утраты или выхода из исходного гражданства при приеме гражданства России. Что это значит? Что вы подаете документы на гражданство России, идет одобрение, присяга, получаете внутренний паспорт, потом загранпаспорт. И если согласно вашему национальному законодательству требуется утрата гражданства иностранного, по которому вы получили гражданство России, то вы, соответственно, уже подаете прошение на выход или утрату из этого гражданства. Если таких условий нет, то вы, соответственно, сохраняете гражданство России на территории России, рассматриваетесь только как гражданин России. А за пределами России можете пользоваться уже другими паспортами, вторым, третьим гражданством на ваше усмотрение.